Сравниваем алмаз 60R и диамонд 60 ватт. Вот у нас два, они по внешней форме абсолютно одинаковые. У фабрики Starys теперь пластиковая подложка, сам светильник ну, практически такой же. Здесь плафон у диамонда покрепче и внизу металлическая подложка. Врубаем на полную. Ну, вот они сейчас на полную. На полной. Так, на одном написано Starys, а на другом не написано Starys, да? Фактически идентичные вещи. Но вот субъективно может быть... Вот, кстати, заребил Starys. Но субъективно правый ярче. Наверное, камера не передает на телефоне, но... Включай на полную. Ярче. Ярче. Да. Ну вот, независимое мнение, независимое мнение клиентов о том, что ярче.